Всем привет, дорогие друзья, с вами Наридий, это Слизарио ВКонтакте, новое обновление. Вот, появились места для сундуков. В общем, мы будем выполнять простенькие задания, и за это нам будут давать сундучки. Вау, 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 редки, также новые черви. Нифига себе, давайте посмотрим. Обалдеть, какие крутые. 30 голосов стоит вот этот. Нифига себе, но он реально крут, ребят. Ставьте пальцы вверх, если будет много пальцев вверх, мы обязательно такого возьмем червяка. Нифига себе, вау-вау-вау. Они реально крутые, они такие няшные. Ребята, это чудо-игра. Это реально круто будет. Давайте сейчас, можно, в принципе, вот этого взять. Я согласен. А, все, я выбрал, да, давайте сохраним. Теперь у нас есть такой червяк. Есть простые, есть обычные. Теперь, то есть, тут можно будет выбирать их. Можно за один голос, тоже классно. Почему бы нет? Потом возьмем. Нифига себе, ну это, конечно, шикарно. Давайте посмотрим, сколько ты стоишь. 30 голосов, ребята. Я куплю, если игрушка наберет больше 100 пальцев вверх. Ладно, давайте вот на этом. Сохраняем. Место для сундуков. Бусты пока те же самые остаются. 99 штук. А давайте купим, ребятки. Все для вас. Отлично, 99 штук, это довольно-таки много. И еще раз купим. Я думаю, заслуживает палец вверх же, да? За такой донат. Так, оплачиваем. 99 золотых ускорений. Фух, ну мы теперь здесь тоже крутые. А с этим у меня проблем пока что. Это можно будет обменять все. На, за голоса. Я думаю, бусты будут еще крутые, более крутые в дальнейшем. Но пока что и так неплохо. Что ж, играем, будем выполнять задание и получать награду. Так, нет, в принципе, это не обязательно уже. Так, вот такой маленький червячок. А, буст активируется на кнопочку А и С. На кнопку А мы станем более большими. Давайте посмотрим, какие мы. Всего лишь я один раз съел, и у меня 1000 массы. Сразу прям 1000 массы. Если я еще раз съем, я уже явно попаду в топ-10. Так, кнопочка S мы можем без траты вот так делать. Нам, по сути, нифига не будет. Так, одного мы съели червяка. Что происходит, да? Все, закончилось. Время. Теперь мы будем тратить, если я буду быстро ехать. И он не так быстро едет. И теряет массу плюс еще. А собрать две монеты. А если мы соберем две монеты, мы получим сундучок. Это очень круто. Можно на полный экран, кстати, сделать. О, смотрите, хотел меня съесть. Первая монета. Нам надо еще одну монетку собрать, ребята. Любителям Агарио, если Зери обязательно понравится, я думаю. Тем более, она действительно становится крутым. Я очень рад, а и хочу поблагодарить разработчиков за эту замечательную игрушку. Вот, для разнообразия, я думаю, теперь будем играть периодически в Слизарио. Возможно, возможно, ребят, проведем стрим. Но это будет чуть позже. У нас еще много других дел. Кстати, кое-что хотел сделать. Ладно, сейчас умрем. Вообще, нам надо монетку еще выбить одну. Какой длинный червь, смотрите. Он чем-то питается. Эй-эй. Дашь монетку? Отлично, отлично. Мне нужна эта монетка. Ням-ням, задание выполнено. Теперь мы сейчас сундук сможем открыть. Но мы пока что не будем умирать. Зачем? Давайте попытаемся больших червей, что ли, съесть. Жмем ускорение. Вот теперь мы можем действительно какие-нибудь финты делать. Ух ты, блин. Чтоб тебе... Так. Давайте еще раз финт сделаем. Вот так будет проще. Давай-давай-давай, я его должен обогнать. Лоханулся. Зато у нас есть сундук.
Сколько ты стоишь? Мое имя. Нет, зачем? Кто занял мой ник? Ребятки, 5 минут. Разблокировать сундук. Немного, так же как в Агаре. Ну ничего страшного в этом нету. Молодцы разработчики. Тут можно выиграть немножко монет, немножко яблок и немножко этих бустов. Всего лишь 2 вида бустов. Давайте разблокируем. 5 минут это не так уж и долго. Так, ну пусть будет так. Блин, ну как же печально. Кто-то занял ник. Ребята, признайтесь, кто занял мой ник. Это нехорошо. Ладно. Это 299. Нужны монетки. Ладно, потратим еще 5 голосов. Сегодня такая интересная серия по Слизарию. Думаю, 100 пальцев вверх явно наберет. Также сделайте репост, если вам не сложно в группе. Вообще ВКонтакте. За это вам большая благодарочка просто. Так, отлично, 500, 500 золотых у нас есть. Дарите дар. Вот, ребятки, меня зовут Дарите дар. Теперь это ник никто не займет. Все, закреплено. Ну, вообще, как бы Дарите дар это... Ну, те привязки. За один голос можно сейчас открыть сундук. Ну, еще есть место для одного сундука. Давайте посмотрим, какое задание следующее будет. Задания вроде как не должны повторяться. Можно, кстати, кого-нибудь другого взять за один голос. Раз мы уже начали тратиться, давайте вот тебя возьмем за монетки. Что там еще за монетки? Много чего, смотрите. 69 монеток. Для разнообразия. Так, сохраняем и играем. Убить 2 змеи, используя буст тироускорения за 6 минут. А, буст ускорения надо использовать. Во-первых, давайте подрастем немножечко. Берем буст ускорения. Я думаю, мы быстро это сделаем. Ёлкин кот. Чтоб у вас... Все, я хочу это взять. Я это должен взять. Мы вообще растратились. Но разработчики заслужили это, заслужили, конечно же. Так, ну все, платеж сделан. Теперь у нас крутая змея. Кстати, есть вот такая вот змейка, но нужен VIP. То есть у меня должен обязательно быть VIP. Вот для этой змейки тоже VIP нужен. Ух ты, закрыт, а почему? Этот скин закрыт. Но не волнуйтесь, продолжайте играть. Скоро мы расскажем, как его получить. Круто. Вот этот мне нравится. Этот обалденный скин. Ха-ха-ха, круто. Мне нравится, мне это все нравится. За 30 голосов. Тоже какая змея. 30 реально крутые змеи. Так, закрыто это для випа. Блин, какие же вы классные, а. Молодцы разработчики, спасибо, что услышали. Вот я тоже просил, чтобы, блин, были новые скины всякие. Ну что ж, мы пока что за Россию поиграем. Так, ну что ж, сразу... А, у меня же випа нету, да? А навсегда нельзя вип купить? Можно на день купить. Ладно, я только яблочко поменяю, ладно. Пока что прибережем золотые. Вот немножечко вот так, оп, теперь мы не совсем не бледные. Теперь видно, что из России. Так. Вот, смотрите, удирает. Блинский, блин. Мне надо еще научиться, смотрите, как они за массу борются просто. 6 минут, мне надо убить 2 змеи. Сейчас подрастем. Мне нравится, он сначала был бледненький, а потом хоба стал, какой красавчик. Блин, надо научиться играть реально. Что я тупо мажу.
Блин, 2 секунды. Ну, мы много потратим. Блин, много потратим. Жизни, массы, бустов. Так, вот мы выросли. Да, блинский, блин. Может, какую-нибудь тактику знаете, ребят, обязательно скажите. Как много змей, смотрите, какие... Нифига себе, тут даже VIP есть. Мы хоть сундук-то можем открыть? Можно открыть сундук уже. Открываем сундук. Ух ты, 10 монеток и 2 ускорения. Отлично. В копилку. Играем дальше, зарабатываем монетки. Тихо-тихо-тихо. Опа. За 6 минут 2 червей надо убить. Блин, реально сложно. Как легко тут, смотрите, как легко, если уметь правильно делать финты. Немножечко обгоним. Ух ты, смотрите, как... А, маневр такой был неплохой. Змейки действительно такие яркие, стали красочные. Мне он нравится все. Осторожно. Все-таки не зря я выбрал контент игры ВКонтакте. Действительно круто. У нас будет разный контент потом на разных каналах. Скоро все будет реально круто, ребята. Мне нужна лишь всего лишь ваша поддержка. Ух ты, я хочу этот жирный кусок мяса. Да, детка. Чтоб тебя. Я живу, это моя добыча была. Вы это видели? Я почти заполучил это. Меня просто отобрали, надо было не торопиться. Как увернулся, смотрите. Так, одного убили. Надо еще кого-нибудь убить. Все, отлично, задание выполнено. Можно просто взять и слиться. Какой у меня сундук, интересно? Разблокируем, да, конечно, разблокируем. 10 минут только. Какое следующее задание? Мне нравится убить 13 змей. Нифига себе. Мне кажется, это будет сложное задание. Давайте попробуем его сделать. С заданием разработчики реально молодцы. Уже не так скучно стало играть. Хочется повыполнять задание. Вот это будет сложно, ребят, 13 змей убить. Так, сколько я убил? Тихо-тихо-тихо, осторожно. Да чтоб тебя. Моя задача не массу набрать, а змей реально поубивать. Сколько я уже убил? Блин, мои бусты. Нужно реально аккуратно. Так, еще одного убили. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, тиша. Половину-то убили, да? Ну, сложно, сложно 13 змей убить. Нам где-то тут тусоваться. Приходится рисковать. Нет, ты опасен. Надо искать лузеров. Ух ты, опасно, нифига себе как. Это было, блин, страшно. Так, осторожно, осторожно. Ёлки-палки, моталки. Может, мне надо в общем 13 змей убить, если я продолжу, и заново начнется? Да, печально, но заново. Что можно натренироваться. Если ребята узнали себя, ники свои, отпишите в комментариях, мне будет интересно. Что у нас по яблокам? Очень мало яблок. Давайте возьмем вот такие.
Опа, и мы сразу большие. Одного убили. Теперь будет сейчас тут месиво. Тут надо будет налутаться. Зелеными очень много играют кто. Осторожно, осторожно, пофиг на бусты. Ух ты как, нифига себе. Как я сообразил. Угу, сообразил. Гениально просто. Гениально соображаешь. Блин, смотрите, как он сделал. Золотая змея. Но это сложно будет, ребят. Задание выполнить. Причем в течение дня задания не повторяются. Это тоже очень сильно радует. Налетели просто. Просто налетели. Шикардосно. Шикардосно просто. Так, аккуратненько. Где все змеи-то? Да и вы. Вот он один. Нам надо научиться всякие финты и делать. Пока я быстро еду, я думаю, я этого маленького смогу легко поймать. Хотя, блин, не тут это. Не тут-то был, смотри, какой уворотливый просто. Мелочь. Съела меня и в нас со мной забрала. Пишите, ребятки, вашу тактику какую-нибудь в комментариях. Ух, такой здоровый, смотрите. Бамс! Я просто раздариваю массу. Кто-нибудь есть? Странно, что никто не играет. Печально. Может, потом клан кинуть будет. Мы обязательно создадим клан. Одни из первых, ребят. Это будет реально круто. Я думаю, разработчики быстро начинают развивать игру. Я думаю, и кланы будут со временем. Я почему-то больше, чем уверен. Шипенса. Шипенс просто какой-то. Блин. Нужен какой-нибудь буст. Ну это шутка, конечно. Буст маленькой головы. Вот это было бы круто. А, слишком часто ускоряться тоже не стоит, я это понял. Потому что. Вот когда такая. Блин, борьба идет. Когда массу кто-то растерял, тогда надо реально, особенно если у тебя задание убить червяков, нужно не массу собирать, а стараться как-то, ну, их подрезать. Осторожно. Да почему я так хреново играю? Все бусы сейчас истрачу, это мое любимое занятие. Один готов. Давайте сосредоточимся уже. Я всего лишь одного убил, но это слишком мало. Что ты хочешь, а? Может в центр пойти, там самый вакханалий идет. Съел маленького, давайте нам может на маленьких наживемся. Они такие беззащитные. Ням-нямка.
Что он пытается сделать? У меня еще буст ускорения есть. Блин, ну не так уж их много бустов ускорения. Все, потратил все бусты ускорения. 1600 у меня. Я хоть в топ-10 попал, неужели? А вот фиг тебе, смотрите, чуть не погиб. Это было сейчас реально опасно. Надо вот таких синих убивать. Я думаю, они еще в игрушку мало играли, не умеют. А цветные уже освоились в игре. Фиолетового, допустим, попробовать убить. Эй, игрок. 94-064. Петушня. Ник такой. Забавно. И хорошо, что ники видно. Это очень... Вау, как вас много-то. Сейчас вот реально резня просто начнется. Блин, я же сказал. Ладно, у меня такая есть тактика. Просто идти в центр. Ух ты, какой красивый. Какой второй красивый. Блин, смотрите, он как сделал финт. Красивый, не то что я. Ладно. Центр в другой стороне. Тут реально надо будет побороться. Один готов. Так, второй готов. Красавчик, смотрите, какой. Так что все-таки будет донат на игрушку. Мы возьмем того крутого червяка. Лишь бы этого вы хотели. Лишь бы вам нравилось. Какой шустрый маленький. Он явно использует свой бустер. Тихо, тихо, тихо. Крутая идея, конечно, с бустами. Вау, 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 вот тут надо будет сейчас. Караулить их. Все, я думаю, мы не справимся с этим заданием. 13 змей мы не убьем. Это нужно реально выслеживать, караулить. Вот этого можно, допустим, он, мне кажется, фигово играет. Не, этот бесполезно. С этим бороться бесполезно. Вот так вот, смотрите, обманул, да, с помощью буста. Здесь еще резко поворачиваем. 1600 у нас. Эти маски хотя бы соберем. Я не в центре, ну в центр тоже нет смысла ходить, потому что там реально резня просто. Так, ребят, тут меня зовут Дарри Дидар. Запомните. Если увидите Дарри Ди, это он мой ник своровал. Я не успел за... закрепить. Тот не пожалел средств и... Все, я теперь не смогу его отвоевать. Если только разработчики мне позволят, тогда да. Потому что это мой, ну, это мой ник. Плагиат. Кто-то использовал плагиат. Да блин, да я тебя съем. И вот, наконец-таки. Нам все равно не хватает. Тату. Все, отлично, отлично. Так, теперь реально надо аккуратненько тут.
Будут ли меня они окружать? Нет, смотрите. Что-то происходит. Что происходит? Все, сдался. Как у вас много червяков-то? Где-то в середине, да? Блин, я же на S не нажал. Вау. Что происходит? Тут очень опасно. Они все одинаковые, смотрите. Зелено-фиолетовые. Так, осторожно, осторожно. Фуф. Маленький проказник. Блин. Ладно, отступим. Давайте откроем сундук. Отлично, 5 монеток и 4 яблока. Ну все, ребят, на этом задании мы с вами все-таки не справились с этим заданием. Я так понимаю, это все игроки. Я мало, конечно, очков. В топ-100 я явно не попаду. Нам еще далеко до топа-100. Очень нравится, что тут действительно есть статистика. Это 100 страниц, да? Ну, давайте до сотни дойдем. Буду ли я там? Нет, походу дело, что нет. 980 мест. Мне очень мало. Ну, оценивайте видео, ребятки, ставьте палец вверх. Мы обязательно будем следить за игрой Слизерю. Мне она понравилась. Вот. А с вами был Даридий. Всем пока-пока. До скорого.